На стадионе «Олимп» прошел праздник спорта, здоровья и физической красоты. Администрация Северского сельского поселения поздравила футбольные команды. От всей души я желаю вам спортивных достижений, спортивных побед, бодрости духа, благополучия и достижения самых наивысших спортивных высот. Благодарю вас за активную вашу позицию и за занятия спортом. Ежегодно спортсменам поселения оказывается помощь для участия в районных и краевых соревнованиях. 2020 год не стал исключением. Двум командам вручили 40 комплектов спортивной экипировки и инвентарь. Команда «Смена». Тренеры Олег Черкасов и Александр Цицура представляют Северское поселение на районных и краевых соревнованиях по футболу. Это молодежь, это будущее нашего сельского поселения. Поэтому, занимаясь с ними и помогая им, естественно, мы растим здоровую, скажем так, смену и поколение, которое будет жить и работать в нашем сельском поселении. За это я благодарю администрацию сельского поселения. Команда «Олимп». Главный тренер Федор Дмитриади. 11 лет представляет поселение на всех краевых соревнованиях по футболу. В 2019 году на первенстве Кубка губернатора заняли 4 место. Хочу от лица коллектива футбольной команды «Олимп» поблагодарить Андрея Владимировича за большой вклад в наш успех, в нашу поддержку. Мы же в дальнейшем постараемся достойно выступать на краевых и губернаторских соревнованиях и представлять честь Северского сельского поселения. Спасибо огромное. Спортивная форма приобретена в рамках программы «Развитие физической культуры и спорта».